Приветствую всех на канале Мотковод. С вами я, Юба Кигер, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Там еще помощник нам мешает, правда. Сегодня. Помахай, привет. Ой, видите, какой помощники. Помощники растут. Ясно, ладно, ну какой уже есть. Машкин, нечестный. Ладно. Что хотел снять? Два дня назад мы тут вместе с вами вечером открывали маточку, ребята, и, ну, как бы открывали заслонку, чтобы маточка выходила. Ну и сейчас посмотрим, приняли ли они ее или не приняли. Сейчас вместе посмотрим. Так. Сейчас увидим. Потому что гарантии, что приняли, нет никакой. Потому что это надо проверять. Проверять, приняли ли, проверять, не покалечили ли ее. Надеяться, что на 100% ее приняли. Но это неправильно. Так что надо смотреть и искать ее. Вот тут видим еще маточники какие-то. Так. Есть, ребята, какие-то маточники. Скорее всего, они ее не приняли. Скорее всего. Скорее всего. Так, давайте посмотрим, выпустили ли они ее уже. Да, клеточки матки уже нету. Клеточки маточки уже нету. Также я ее и тут не наблюдаю. Ну хотя по поведению пчел можно сказать, что они спокойные. Но надо искать. Надо искать и сразу же срывать тоже маточники, потому что они ее могли принять, но маточники все-таки тянули. И надо их посрывать для того, чтобы, ну, чтобы не произошло что там либо, чтобы не улетели. Да, ребята. Ну. Если бы она была, она бы, скорее всего, на этих рамочках была бы. Потому что тут уже рамочки такие. Вощина. Тут она вряд ли будет. Кстати, опять на вощине. Мисочки настроили. Настроили мисочки. Кучу. Кучу настроили мисочек. Ищем дальше. Вот это тоже, о, видим, тут тоже куча маточников. Тоже куча маточников. Да, на этих вощинах ей делать нечего, но тем не менее поищем ее.
ребята, ее не приняли, ее съели. Ее съели. Итак, друзья, я решил еще раз посмотреть, и вот вижу, что тут вот такой клубик есть. Не кажется, тут ее и как раз и издеваются, короче, с нее тут пчелы. Сейчас увидим. Ну, вот это такое делать не рекомендуется, как я сейчас буду показывать. Да, там маточка. Вот, видите, там маточка с красной меточкой. Угу. Ну, потом увидим, что какая ее дальнейшая судьба будет. Покалечат ли они ее или будет все нормально. О том, о чем я сегодня вот как раз рассказывал, что не надо на следующий день лезть, так как ее могут держать в клубе. А тут, получается, уже прошло 2 дня, а вот, ну, картина такая же самая, я их скину туда внутрь. Ну, вот, как-то так. Так что увидим через пару дней, завтра, послезавтра. Выпустят, потому что, ну, иногда в таких случаях ее выпускают, и все нормально. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. Ладно, друзья, буду заканчивать. С вами были мы все. Всем пока-пока.